Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью из Дрыги. Предатель, наложивший проклятие, стал приманкой.
маг преуспел, снял проклятие и увенчан славой. Мир изменился с приходом Великой войны, часа меча и топора, часа презрения. Геральт исчез, но он не забыт. Впрочем, это уже совсем другая история. Вот уже 5 лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой войной. Чума и голод терзают страну, и никто не считает их жертв. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос – что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвена. 1270 год. Со дня окончания Великой войны прошло 5 лет. Где? Лежи. Все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Морхене. Дома. Лео, зови Трис. Ваше время истекает, ведьмаки.
Радуйтесь жизни, пока можно. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Всего 2 дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! Должен обдумать. Ты все вспомнишь? В Каэр-Морхене время не спешит. Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Ждем остальные. Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Он мой. Весемир, у нас гости. Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр-Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Что происходит? Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут. Черт! А это что? Химера. Трудная тварь. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный и аморальный маг. Они подходят. Готовьтесь. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей.
Профессор, ты знаешь путь, веди. Профессор разыскивается в Редании, Тимирии, Каэдвене. Настоящий ублюдок. Я не слышала о таком чародее. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера – одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе! Именно. Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк! Пожалеешь о том дне, когда родился. Жалеешь о том дне, когда родил. Возможность.
Здесь не пройти! За мной, назад к Саволле! Вызов саламандрам? Ты пожалеешь! Сейчас ты у меня завизжишь. Жалеешь о том дне, когда родился. Ты перешел мне дорогу, умрешь. Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь! Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас, ласточку прибереги, на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают.
Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Скорее! Я тебя жду! Мы должны проверить, что творится снаружи! Готов, Геральт? Да. Это твой первый бой? Нет, но я впервые убил человека. Держись рядом. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Ты пожалеешь, а то мне это родится. Всем крышка! Пытайся дать руку! Убью, как собаку! Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад. Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. За работу! Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ведьмаки нас не побеспокоят. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком Аарт. Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Сделай знак Аарт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем.
получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, что это сработает. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру. О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа! Вы просто как дети! Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись, но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся меж двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Кто куда идет? Я спускаюсь, ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт, нам обоим может понадобиться твоя помощь. Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже! Эскель и Ламберт остаются со мной. Саволла читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся! Защитим лабораторию! Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его филин. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Дальше нет пути, Белый. Я не позволю вам нарушить планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, который вас выпотрошит. Блеф! Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Ты недооцениваешь врага. Энергия моих людей меня усилит. Thank you.
Защищайся, сука! Они идут в лабораторию. Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Савола кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории. Идем. Они грабят лабораторию. Тот маг недооценил его. Быстрее! Быстрее! В лабораторию! Нашел. Теперь у нас есть все. Профессор, займись ведьмаками. Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Проверим. Лео, стой! Байка, как и думал. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь. Не найти. Весемир, Лео умер. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул.
Я присмотрю за тобой. Пока. Мох и травы. У меня от одного запаха голова кругом идет. Когда-то они меня уложили на этот стол. И не хватает всего-то мага, который бы знал, как всем этим пользоваться. Да? Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр-Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: «Наконец-то ты проснулась, Меригольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале». Хорошо. Они за это заплатят. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Эккум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Где мне найти кальций Эккум? В сундуке, в спальне. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео. Бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Бывай. Защищающий простой люд. Вдохновляет.
Кажется, ведьмаки всегда лучше управлялись с мечом, чем с кистью. Ведьмак Георгий.
Тебе что-то нужно, Волк? У меня несколько вопросов. Да? Ты можешь мне рассказать об эликсирах? Спирт – основа для алхимических зелий. Чем лучше спирт, тем чище и ценнее выйдет эликсир. Ты здесь как дома. Я всегда предпочитал оружейную алхимической лаборатории. Хотя весь мир всегда пытается подчеркнуть важность эликсиров, он и сам небольшой знаток. В конце концов, он учит нас фехтованию. Он пытается научить нас всему, чему учился сам, когда был молод. В старые добрые времена. Просто я не люблю возиться со всеми этими порошками, грибами и прочим хламом. А Трис не могла помочь тебе закончить мутацию, Лео? Может, и могла. Я не знаю. Мы никогда не показывали Трис лабораторию, а последняя мутация была совершена много лет назад, еще перед битвой. Весемир может тебе рассказать больше. Ты думаешь, Трис никогда не использовала магию, чтобы заглянуть внутрь лаборатории? Она уважает наши тайны. Кстати, она многое сделала для нас, для тебя. В общем, я ей доверяю. Так почему же ты не показал ей лабораторию? Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей и все такое. Я не сомневаюсь, что она бы попробовала. Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфреда Набеля? Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Атрис, я пойду поговорю с Весемиром. Чем я могу помочь? Ты видел магическую бурю? Я охотился. Как раз перед тем, как началась буря, стая казадоев взвелась в небо. Сотни птиц, серые сполохи, яростно бьющие крыльями. Совершенно обычное явление. Но обычно их здесь собирается меньше, и их крики редко звучат так отчаянно. Когда пришла буря, я оставил охоту и поспешил в Каэр-Мархен. По дороге встретился с остальными. Расскажи мне про испытания и их последствия. Этот процесс подразделяется на три этапа. Первый – это отбор. Лео уже прошел его. Выдержал тяжелое обучение в сочетании с правильной диетой. Я так понимаю, это нечто большее, чем просто салат с морковкой. Да. Особые грибы, мох и травы растут в лаборатории. В сочетании с обучением они заметно ускоряют рост мышечной массы и обмен веществ. Таким образом улучшая тонус организма. Все проходят этот этап? Увы, нет. Печень и сердце часто не выдерживают, а иногда и разум тоже.
появляется излишняя агрессия, неконтролируемые приступы ярости, депрессии. Понятно. Каков второй этап? Испытание травами. Про него навыдумывали больше глупых сказок, чем про Белоснежку. Перед нападением в лаборатории содержались пузырьки, склянки, алхимические горны, формулы растения и травы. Не хватало только мага и его магии. Ты когда-нибудь видел испытание? Только одно. Наше. Когда у тебя побелели волосы, я думал, что схожу с ума. Травы влияют на нервную систему, так что магия должна контролировать процесс. Испытание дает молниеносные рефлексы, реакцию, которой никогда не достичь нормальным людям. Выживают только 4 из 10. Ничего себе! Расскажи мне про последний этап. Я не знаю подробностей. Последний этап включает мутацию глаз, костного мозга, гормонов. Но она позволяет тебе видеть в темноте и исцеляться в 2-3 раза быстрее, чем обычные люди. Еще мы получаем повышенную сопротивляемость к ядам. Интересно. И какова цена? Стерилизация. Мы все бесплодны. Изменения необратимы? Абсолютно. Расскажи мне про испытание... Давай сменим тему. Чем я могу помочь? Прощай. Привет. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно. Надо еще 2 вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весь мир скажет тебе, где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Было нелегко. Наверху я нашел несколько мародеров, но... Это не проблема. А вот до Ламберда таки добралась Химера. Но ничего серьезного, к счастью. Хорошо, что ты пошел за Трис и справился с магом. Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но главные компоненты исчезли. Я знаю, наша прекрасная чародейка была права. Ты хорошо все сделал. Возьми это оружие и меч. Я их держал для тебя. Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций экуум. Что дальше? Тебе понадобится ласточкино зелье. Можешь взять его у меня. Плюс коготь монстра, например, химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. Да? А что, если я перепутаю ингредиенты? Придется искать новые. Где? По поводу когтя и ласточкиного зелья обращайся ко мне. Алкоголь есть у Эскеля. Кальций я видел где-то на 2-м этаже. Сделай все правильно, не напортачь. Это не трудно. А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще 2 школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Беренгара? Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего, путь. На самом деле никто здесь не может сказать, что он знал Беренгара. Он часто сбегал из Каэр-Морхена, но всегда возвращался. После испытания травами...
он принял свое предназначение и начал тренироваться. Почему его нет здесь? Не знаю. Мы потеряли с ним связь. Можно я кое-что спрошу? Конечно. А кем был Лео? Очередным сиротой, жертвой войны с Нильфгаардом. Я начал учить его 6 лет назад. Соболезную. Мы вернем наши секреты и найдем тех, кто убил Лео, даже если они сбегут на край света. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Ты уже защищал Каэр Мархен? Когда-то здесь жило много ведьмаков. Они тренировали мальчиков для испытания. Только они знали секреты мутации. Время от времени здесь зимовали ведьмаки, которым не нашлось места среди людей. До битвы в Каэр Мархене было 23 ведьмака и 40 учеников. Слишком мало, учитывая ту толпу фанатиков, с которой они должны были столкнуться. Я так и не узнал, почему они пришли. Позже говорили, что это был самопроизвольный взрыв ненависти, выросший из обычной неприязни к ведьмакам. Но нет. Кто-то спровоцировал толпу, раздавая листовки, в которых не было ни слова правды. Специальные агенты читали их крестьянам. Факт, что фанатики, несмотря на подавляющее численное превосходство, не захватили бы крепость без помощи чародеев. Выжил только я. И то чисто случайно. Не пощадили даже самых младших. Походи здесь, волк. Скелеты все еще тут. Может быть, найдешь листовку, которых раньше были сотни. Прочитай ее и запомни. Пусть это послужит предостережением для тебя, чтобы ты знал, на что способны люди. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Есть мысли, кто на нас напал? Нет, но наличие мага означает, что это не просто бандиты. На мертвых мы нашли значки в виде саламандр. Чувствую, нас ждут тяжелые времена. До встречи. Да. А где Ламберт и Эскель? Наверху. Ламберт в библиотеке, а Эскель несет Трис в ее комнату. У меня есть все ингредиенты. Отлично. Теперь отдохни и приготовь эликсир по формуле. До встречи.
Чем я могу помочь? Прощай. Привет. Что скажешь по поводу нападавших? Любители. Если бы не маг и эта химера, мы могли бы побить их с закрытыми глазами. Но у них были и маг, и химера. Они ограбили нас и убили Лео. Ты прав, Волк. Это серьезное дело. Мы найдем их, черт побери. Лео сказал, что он почти победил тебя. Мы фехтовали, когда началась эта адская буря. Мой медальон так сильно дернулся, что я чуть не упал. А сопляк это использовал. Эх, у него был потенциал. А потом появилась Меригольд. Она была не в себе. Тряслась, бредила и настаивала, чтобы мы догнали дикую охоту. Утверждала, что это очень важно. Весемир согласился, он всегда к ней неровно дышал. Остальное ты знаешь. Тебе не нравится Трис? На мой взгляд, она слишком важничает. Расскажи мне о стилях ведения боя. Искусство ведения боя включает в себя 3 традиционных стиля боя на мечах, плюс их разновидности для борьбы с чудовищами. Расскажи мне о традиционных стилях. Каэр Морхен – школа волка. Старый Весемир всегда следил за тем, чтобы нас тренировали скорее как воинов, а не как магов. Хотя знаки мы тоже учили. Но хватит об этом. Ведьмаки используют 3 боевых стиля. Аддан Айния – огненный танцор, который для простоты называют быстрым стилем. Верлиданский – Наев де Фиаини Глайдив – групповой. И Тамирянский дьявол, так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы, о котором мне рассказывать. Огненный танцор – это интересно. Этот стиль создал легендарный эльфийский фехтовальщик и поэт Нисаил. Он основан на системе шагов и ударов. Создавая его, он наблюдал за дикими кошками, в особенности за оцелотами, которых эльфийские правители использовали как дворцовую стражу. Для этого стиля скорость и ловкость важнее, чем сила удара. Огненный танцор не дает противнику возможности нанести удар. Как писал Нисаил, идеальный фехтовальщик – это пламя, которое невозможно ударить и которое жалит каждый раз, когда до него дотрагиваются. Этот стиль использует почти вся эльфийская аристократия. Верлиданский, Наев де Фиаини Глайдив, групповой. И Тамирянский дьявол, так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы, о котором мне рассказывать? Расскажи мне о стиле Верлидан. Если перевести дословно, этот стиль называется «Стиль 9 мечей солнца». Его создали фехтовальщики Вероледа для того, чтобы одновременно вести бой с несколькими противниками. Главное в этом стиле – сложная последовательность ударов. Мастера этого стиля могут сражаться одновременно с 9 противниками. Верлиданский, Наев де Фиаини Глы... Тимирианский дьявол? Что-то знакомое. Не могу сказать, что этот стиль включает в себя какую-то философию или поэтические сравнения. Его создали тамирианские ланскнехты, а это простые мужики. Он очень действенный в битве с противниками, навесившими на себя тяжелую броню. Верлиданский, Наев де Фиаини Глы... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как скажешь. Расскажи мне о... Искусство... Меня интересуют техники сражения с монстрами. Думаю, ты заметил, что мы носим 2 меча. У некоторых монстров иммунитет к стали. Обычный меч не причинит им вреда. К примеру? У оборотней, вампиров, джиннов и других магических тварей. Техника сражения с серебряным мечом произошла от традиционной техники фехтования. Однако есть несколько принципиальных различий. Никакой защиты и парирования. Только шаги, уклонения, пируэты и прочая акробатика. Надеюсь, память вскоре вернется ко мне, иначе у меня могут возникнуть проблемы. Все будет хорошо, Волк. Твое тело само вспомнит все необходимое. Некоторые вещи забыть невозможно. Тебе придется довериться интуиции при выборе стиля ведения боя. Давай я объясню все на примерах. Дьявол подходит для уничтожения кикимор, гравееров и фледеров. Огненный танцор идеален для убийства баргестов и упырей. Верлидан, в целом он подходит для уничтожения всего, что ходит толпами. Но для начала ограничься утопцами. Спасибо, Ламберт. Без проблем, Волк. Расскажи мне о... Меня интересует... Давай поговорим о чем-нибудь другом. У тебя есть еще вопросы? До встречи.
Спасибо, Геральт. Надеюсь, это зелье поможет. Ужасно. Мне снилось, что Ламберт был со мной. Он сказал: «Ты мне тут не смей умирать, Мэригольд. И ты ведь заносчивая ведьма, которая знает все лучше всех. Я так рада тебя видеть. Почему ты смеешься?» «Рад, что тебе лучше». «Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь, но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернемся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной». «С удовольствием. Хочу остаться здесь еще немного». «Когда я увидела тебя, все чувства, которые я пыталась изгнать, вернулись, и они сильнее, чем прежде». «Трис, я не могу говорить о прошлом». «Конечно. Мне не следует на тебя давить. Мне просто так... О, боги, я веду себя как девчонка. Вернемся к настоящему. Весемир рассказал мне, что случилось. Я подвела вас всех. Прости». «Ты не виновата. Ты нам помогла. Тут нечего прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться, а радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной». «О! Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя». «Я так по тебе скучала. Давай посмотрим, выдержит ли нас лучшая кровать в Каэр-Морхене». Геральт, это было великолепно. Как всегда. Как всегда. Ты и правда ничего не помнишь? К несчастью. Чем закончилась битва? Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали. О, нет. Бедный Весемир. Еще один его ученик погиб до срока. Мы отложили похороны, ждали, пока ты придешь в себя. Спасибо. А ваши легендарные мутагены... Их потеря может обернуться катастрофой. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов. Ты можешь мне рассказать о чародее, который ограбил лабораторию? Прежде всего, он очень могущественный. В совершенстве владеет силой, почерпнутой из круга. Может быть, растет второй Вильги Фордс на нашу голову. Кто? Неважно. Кстати, спасибо за поддержку там, на дворе. Я бы хотела тебя научить кое-чему полезному. Геральт, мы уже можем идти? Ты сможешь вернуть мне память? Не знаю. Мне надо тебя обследовать. Время – лучший целитель. Существует вероятность того, что память вернется сама. Насколько большая вероятность? Сложно сказать. Разум – сложная штука. Может быть, если бы я знала, что послужило причиной потери памяти? На это у нас нет времени. Геральт, мы уже можем идти? Ты упомянула возможные последствия кражи. Большинство чародеев и правителей готовы душу продать, чтобы заполучить эти мутагены. По большей части они жаждут власти, богатства или всего сразу. Но для того, чтобы использовать это знание, нужен как минимум настоящий мастер магии. А их осталось немного. А как насчет богатых купцов, герцогов, королей? Не знаю. Все возможно, конечно, но, блуждая в догадках, мы только зря теряем время. У нас слишком мало информации. Ты права. Геральт, мы уже можем идти? Мне нужно кое-что сделать до того, как мы отправимся в путь. Я вернусь, как только буду готов. Геральт, мы уже можем идти? Да, не стоит заставлять Весемира ждать. Тогда пойдем. Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание.
Разделимся, тогда быстрее их найдем. Я на запад, там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. А я на восток, в Каэдвен, если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Вузиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. До встречи, Трис. Каролина, я устал. Уже близко. Скоро придем. Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Открывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Геральт, тебя послала нам Милитель. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут ее. Помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовище. Отойдите. Я сам спасу ее. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрем! Что это было? Наверняка магия. Это зверь! Смотри! Придет век, век волчьей пурги! Придет час белого хлада и света! Час безумия и презрения!
проклятая Дриад, час конца. Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо, мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак, не таких, как эти. Причем я имею в виду не только зеленую шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи — огромный пес, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Но хватит про чудовищ. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют, только заговори о нем. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Еще что-нибудь? Да, мы знакомы. Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? Я слышала, что ты погиб во время погрома в Ривии. К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология еще только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще все не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалением констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Изиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице Лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. Что будет с Альвином? Я не знаю. Пока что я о нем позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Еще что-нибудь? Я первый раз за долгое время попал на след саламандры. Это для меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плетка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Ее запретили в большинстве цивилизованных стран. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп. Речь, видимо, шла о Дани. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка забрала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Они убили кое-кого, кто был мне дорог, и они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Пока. Привет. Когда же, наконец, откроют эти проклятые ворота в Изимы? Черт. Сколько еще мне ждать? Ворота откроются, как только пройдет эпидемия. В горле пересохло. Доска объявлений. Может, и для ведьмака найдется работа. Оставаться на чеку. Thank you.
Тяжело на службе. Или смотреть? Никакого вызова? Страсть, как хочется врезать ко мне. Чего тебе здесь надо? Пиво. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пива. Закончилось все. Ладно. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Допивай давай. Мы закрываемся. Трактирщик, еще раз такое сделаешь, и я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Я разберусь со своими делами, и ты меня больше не увидишь. Чем могу помочь? Мне надо торопиться.